Видеозапись с первого полета новейшего российского тяжелого беспилотника «Альтиус» сегодня опубликовало Министерство обороны. Машину весом 6 тонн тестировали на одном из испытательных аэродромов. На ролике видно, как дрон разгоняется по взлетно-посадочной полосе, поднимается на высоту до 800 метров, совершает маневры и успешно приземляется. Все автоматически. «Альтиус» управляется посредством спутникового канала, так что радиус его применения практически не ограничен. Беспилотник может находиться в воздухе более суток, способен выполнять любые разведывательные задачи и нести до 2 тонн боеприпасов. Работа над его созданием длилась 8 лет, а на Балтике успешно прошло первое погружение новейшей дизель-электрической подлодки «Петропавловск-Камчатский». Ее построили для Тихоокеанского флота. Это одна из самых малошумных субмарин в мире, за что на Западе ее уже прозвали «черная дыра». Подлодка может находиться в автономном плавании на глубине до 300 метров полтора месяца. Оснащена она крылатыми ракетами «Калибр», созданными для поражения целей под водой, на воде и на земле. На вооружение лодка поступит в конце этого года.